Анна-Лиза Эриксон, шведская актриса. Анна-Лиза Эриксон родилась в Стокгольме на острове Юрграден 14 сентября 1913 года. Свою карьеру начала в балете в 1919, исполнив свои первые роли на сцене Королевской оперы в Стокгольме. После ухода из балета в 1930 году она дебютировала в качестве актрисы на театральных сценах Стокгольма в различных пьесах и ревю. В том же году состоялся ее дебют на большом экране в одном из шведских немых фильмов. Первого успеха в кино Эриксон достигла в 1932 году. В 40-х годах она появилась в ряде мюзиклов в компании актера Нильса Попа, с которым она исполняла различные акробатические танцы. В 50-х актриса продолжала сниматься в мюзиклах и выступать в ревю, в том числе в мюзикле «Целуй меня, Кэт». И в том же году появилась в фильме «Летняя интерлюдия». С началом 60-х годов Эриксон стала немного реже сниматься в кино, исполнив свою последнюю роль на шведском телевидении в 1993 году. В одном из эпизодов сериала «Ищейка». Анна-Лиза трижды была замужем. В своем втором браке она родила единственного ребенка, сына Класса фон Сигебадена. Эриксон скончалась в Стокгольме 21 апреля 2011 года в возрасте 97 лет.